Акхиезера. На семинаре планируется, что выступят ряд учеников Александра Ильича Акхиезера. Ну, кто еще захочет, естественно, может выступить. И в этом плане я очень рад, что Яков Соломонович Шифрин присутствует у нас на семинаре. Я потом полностью представлю его, он является одним из первых учеников Александра Ильича. Юрий Анатольевич Березхной. Мы планируем, что он расскажет о своей работе с Александром Ильичем и Валерием Дмитриевичем Хорусом. Ну а вначале, чтобы сделать некоторое введение, я попытаюсь в очень укороченном виде рассказать тот материал, который был представлен на ученом совете университета где-то примерно месяц назад. Материал касался столетия с дня рождения Александра Ильича Акхиезера. Ну и также, может быть, хотя бы одно направление его работ попробую немножко рассказать. Значит, Александр Ильич родился 31 октября 2011 года в городе Черехов, это в Белоруссии. Затем Киевский политехнический институт, но здесь как раз хорошо видно. И с 1934 года и до конца жизни работал в УПТИ. Ну, естественно, не только в УПТИ, и в университете. Он читал очень длительное время лекции. В 1936 году кандидатская диссертация, в 1940 году докторская диссертация. И с 1938 по 1988 год начальник теоретического отдела УПТИ. Александр Ильич в УПТИ попал в 1934 году в отдел Льва Давидовича Ландау, который заведовал теоретическим отделом здесь с 1932 по 1937 год. Ну вот для того, чтобы немножко представить обстановку, которая была в то время, в которую Александр Ильич попал. Ну, я попытаюсь рассказать, что собой представлял УПТИ в то время, очень так схематично. Что было сделано Ландау фактически в Харькове? Это появилась идея о создании курса теоретической физики, и первые книжки этого курса были написаны. Это механика с Пятигорским, статфизика с Лившицем, электродинамика начата была здесь с Пятигорским. Здесь конференция по теоретической физике 1934 года. Ну и что было очень важно, это ревизия системы образования, преподавания курса физики. Вот первые ученики Ландау, которые которые работали с Ландау. Это компания, имена не буду называть для того, чтобы так скорее не было. Это компаниец, это Лившиц, Александр Ильич Акхиезер, Померанчук здесь начинал свою деятельность, Пятигорский и Ласло Тиса.
как он здесь появился. Эдвард Терра, он рекомендовал ему приехать в Харьков с тем, чтобы поучиться здесь теоретической физике. Но к Теллеру мы еще вернемся. Почему? Потому что Теллер хорошо знал, что собой представляет Харьков. Что Харьков 30-е годы? Диров был членом ученого совета. Капец, Агамов, Ренфес, научные консультанты. И они были здесь. Каутерманс – это сотрудник УПТИ 30-е годы. Виктор Вайсков с 33 по 34 год здесь работал. И вот одно из его воспоминаний об этом периоде. Я не мог получить работу ни в Англии, ни во Франции. В 33 году я ехал в Харьков, где можно было получить работу, обеспечивающую средства существования. Это первый директор ЦЕРН. Так говорит. Ну, другие известные люди, которые здесь работали, это Нильс Бор, которые приезжали сюда, Пайер здесь много был, Фок, Подольский, Умар и многие-многие другие. Александр Ильич Акхиезер. После того, как Ландау уехал в Москву в 1937 году, Александр Ильич возглавил теоретический отдел. Ну и что было сделано в это время, если так, большими мозгами? Здесь была, особенно в послевоенное время, создана школа по теоретической физике. Ну вот здесь многие фамилии представлены, кто является учениками Александра Ильича. 9 членов Академии наук, 33 доктора наук, 72 кандидата наук. Александр Ильич очень любил писать монографии. Значит, в сумме их где-то более 50. Ну и он участвовал и был организатором физико-технического факультета Харьковского университета. Валерий Дмитриевич об этом более подробно расскажет. Александр Ильич, особенностью его работы было то, что он придавал очень важное значение участию в крупных проектах, которые выполнялись в бывшем Советском Союзе. Да и не только и после развала Союза. Это атомный проект, управляемый термоядерный синтез, создание ускорителей, радиационное материаловедение и последнее сопровождение ядерной энергетики. Направления, в которых он работал, довольно большое количество этих направлений физики, и обо всем этом говорить, конечно же, практически невозможно. Я попытаюсь только там одно направление затронуть. Ну, сперва квантовая электродинамика – это особая любовь Александра Ильича Акхиезера. Почему? Потому что в 1936 году вышла первая работа его научная. Это рассеяние света светом вместе с Померанчуком и Ландау. Любовь к электродинамике настолько велика, что вместе с Берестецким была написана книга «Квантовая электродинамика», которая выдержала, я сейчас не помню, 4 или 5 изданий, ну и за границей во многих местах опубликована. Это очень известная книжка. А немножко подробнее хочу остановиться на проблематике, связанной с ядерной энергетикой. Фактически, когда был принят в Советском Союзе атомный проект, то в него подключились и Александр Ильич Акхиезер, и Исаак Яковлевич Померанчук. И вот где-то в середине 40-х годов Игорь Васильевич Курчатов их вызвал и предложил подготовить, написать книгу по ядерной энергетике, на основе которой можно было бы в Советском Союзе готовить специалистов в этой области. Очень быстро книга такая была подготовлена в 1946 году. И рукописный вариант этой книги они принесли Курчатову, который попросил
попросил их это сделать, но с тем, чтобы узнать, как работа идет. Вот первые страницы этого рукописного варианта этой книги. Курчатов полистал, посмотрел это дело, ему очень понравилось, и положил в сейф. Через какое-то время, там примерно где-то несколько недель было, в энергетический институт их вызывает некий генерал и просит дать объяснение по этой книге. Ну, чем связаны объяснения? Они связаны были с тем, что в это время развединформация поступала из-за границы. Ну и была боязнь. Книга-то книга, готовить надо специалистов. Но есть другая сторона вопроса, чтобы при этом не раскрывались секреты, каким образом кое-какая информация сюда поступает. И вот возник вопрос такой, какое-то подозрение возникло относительно того, что нету ли там пересечений. И вот по этому поводу Александр Ильич рассказывал так. Листал вот эти страницы, рассказывал, что здесь происходит, что написано здесь. Но потом дошло дело вот до такого уравнения. Это уравнение диффузии нейтронов в среде. У него диффузионный коэффициент. Тот генерал сразу среагировал на это дело, а что это такое? Ну как, это диффузионное уравнение, это так нейтроны распространяются, ну и пошел дальше, чтобы рассказывать. Генералу это не понравилось. Он достает записную книжку, где-то там что-то полистал, посмотрел вот так вот. Подожди, говорит, дальше меня не интересует. Ты объясни, откуда ты знаешь буквочки, которые в моей книжечке написаны. Ну, по крайней мере, так Александр Ильич рассказывает. Впоследствии было принято решение, возник вопрос, в каком виде издавать эту книгу. И решение было конечное принято под грифом «Все секретно», да еще и особая папка. То есть практически это недостижимо было. Но разбирательство и материалы этого разбирательства, сейчас выпущены книги большие, это атомный проект документа. Так вот, где-то примерно там 20-25 материалов, документов, связанные именно с этой книгой. В каком плане? Еще раз, в том плане, нет ли, не заимствована ли эта информация из разведки, которая, а они не были допущены к этой информации. Проверка была сделана на высшем уровне. Почему? Потому что проверку делал профессор МГУ, товарищ Терлецкий, который был допущен к этим документам. И проверялось, я вам приведу некоторые примеры, что проверялось. Общая структура написания книги, нумерация формул, ссылки, обозначение, вот как это обозначение. Вот примерно такого плана была проверка. И вообще говоря, просто удивительный факт, как им удалось не попасть куда-то в более далекие места. Почему? Потому что это очень известная вещь, обозначение там, и так далее. Книга эта была надолго засекречена. Назад тут можно, да? Нет, что-то нет. Да. И только в 2000 году она была опубликована. Опубликована в ИТФ, Институте теоретической и экспериментальной физики, где работал Померанчук. Это все было сделано благодаря усилиям Бориса Лазаревича и Иоффе, у которого фактически было две главы рукописные этой...
две главы рукописной книги, но потом из архива удалось вытащить и все остальное. И вот благодаря усилиям, их усилиям была опубликована вот эта вот книга. «Введение в теорию нейтронных мультиплицирующих систем реакторов». Несмотря на то, что материал этой книги, ну уже сколько лет прошло, с 46-го года, более 50 лет, материал этот представляет интерес по стилю изложения, по уровню изложения, и так далее. Ну, я на этом вопросе дальше останавливаться не буду. Вот Юрий Анатольевич, наверное, немножко подробнее там расскажет историю, связанную с другой книгой. Но в проблематике, связанной с реактором, произошло неожиданный интерес и возврат у Александра Ильича в середине 90-х годов. Это уже к нашему времени, если подходить. Дело в следующем. Сюда, в Харьков, в наш институт, приезжала делегация от Эдварда Тейлера. Они с идеей того, чтобы сделать в Украине образец подземного ядерного реактора, который будет работать в режиме волны вот, бегущего там, ядерного горения. Приехало 8 человек. Аспирантка Теллера, она докладывала, на семинаре здесь выступала в институте. Ну, конечно, хотелось понять, как там, чего работает, какая физика этого дела и так далее. И вот тут была удивительная вещь. Как только доходило дело до слова «физика», так возникало непонимание. То есть запрещено было говорить об этом просто. И практически никакой информации получить не удалось. Ну, с этого момента фактически у нас и возник интерес, относящийся к тому, чтобы самим разобраться, понять, что это такое. Александр Ильич тогда не мог приходить на эти семинары, ну, потому что уже зрения не было у него практически. Ну и болел тогда. Когда пришел к нему домой, немножко рассказал про это дело, он сразу говорит: так подожди, это же медленное горение, это же медленное ядерное горение. А те, кто занимался атомным проектом, хорошо там знают, что очень много физиков, и особенно теоретиков, со стороны теории горения переключались вот на проблемы, связанные с атомным проектом. Ну и тут Александр Ильича глаза загорелись относительно того, что этим обязательно нужно заниматься и так далее. А сама идея заключается в следующем. Идея, как потом оказалось, это не идея Тейлера, это идея фиактистова Льва Петровича. Длинный цилиндр урана 238-го, это который сейчас на свалках лежит. Его нужно с одной стороны поджечь ураном 235-м или же плутонием. И при этом могут быть созданы условия, когда по этому цилиндру пойдет волна ядерного горения. Вот нарисовано, с какой скоростью будет двигаться эта волна. Вот это вот место, где выделяется тепло. С какой скоростью это будет гореть. Причем вы один раз запалили, дальше само пошло, солитон, если угодно. Скорость, ну, будем говорить так, несколько сантиметров в год. Вот так вот подпалили, и вот это вот все движение происходит. Ну, как можно понять это по-другому? Быстрое горение – это взрыв, это детонация, а медленное горение – это спичкой подожгли, и вот это вот огонек медленно будет идти. Вот фактически с этого времени с Александром Ильичем и начали заниматься этим вопросом. Удалось подключить здесь теоретиков и
есть и экспериментаторам на первых этапах, ну, в том плане, чтобы понять, как, что тут главное, что второстепенное. И это картинки, я показываю картинки уже фактически последних наших дней. Но Сергей Петрович Фомин уже много про это дело рассказывал, я тут останавливаюсь. Напомни, какая мощность выделяется максимально при этом? Выделение тепла, я сейчас не скажу, там огромнейшее выделение тепла, и поэтому масса проблем есть. Одна из проблем связана с тем, как уменьшить это выделение. Оказывается, по-моему, конкурируют в телемиллионе, как еще стоят у нас на станции. Конкурируют. Но только тут надо сдерживать немножко в обратную сторону. Ну, значит, давайте так, я тут дальше останавливаться не буду, но некоторая последняя идея, связанная с этим делом. Это направление деятельности в последнее время очень интенсивно разрабатывается во многих крупных странах и научных центрах. К сожалению, после Пьяткистова в России практически работы в этом направлении прекратились. Интерес к этому настолько большой, что даже приватный бизнес подключился к этой проблематике. И на сегодняшний день это Биллом Гейтсом создан и финансируется отдельный институт, который занимается этой проблемой. И согласно разработкам этого института, опытный образец, ну правда не в той форме, которая показана, планируется запустить где-то в районе 2020-2030 года. Пока ищется место, где могут это сделать, претензии на это высказывает Китай. Ну и тут я, в общем-то, много интересных других моментов связанных, я тогда больше дальше останавливаться не буду. Теперь расскажу. Александр Ильич очень любил писать книги. Ну вот некоторые первые обложки книжек, которые были выпущены Александром Ильичем. Значит, интересный момент, как он писал и что он говорил. Вот что нужно делать для того, чтобы легче писать книги или же статьи? Если надо читать Гоголя и Пушкина, утром будет легче писаться. Это рекомендация некоторая. Могу сказать, что помогает. Хорошо помогает. Ну, у Александра Ильича, что еще хотелось бы сказать? Очень много высказываний, касающихся физики, необычных высказываний и так далее. Ну, вот какие-то из них я тут привел. На семинаре. А где тут обман? Если нет обмана, это не теофизика, это математика. В науке все просто, пока не начнешь чего-то конкретное делать. Ну, правда все. Если хочешь действительно чего-нибудь достичь, то придется хотя бы немножко пойти против течения. Ну, а на семинарах он очень часто говорил следующее. Вот, когда там какие-то замысловатые формулы, замысловатые какие-то рассуждения и так далее. То есть Александр Ильич любил говорить так. Прежде всего, зачем попу гармонь, если у него кадила есть? Так вот на этом языке, на рабоче-крестьянском, скажи. Ну это общие вещи. В 96-м году на основе указа президента Институту теоретической физики было присвоено имя Александра Ильича Акхиезера. Ну и какие-то фотографии сейчас. Это конференция, это... Вот интересная фраза Александра Ильича. Математика вместе с ней теоретическая физика – это высшая ступень красоты и духовной мощи человеческого разума. Очень важную роль в судьбе Александра Ильича сыграл его брат, известнейший математик в мире, это Наум Ильич Акхиезер. Ну, наверное, пока благодарю за внимание. Почему? Потому что здесь еще много будет докладчиков сегодня. Сейчас.
сейчас я хочу предоставить слово Якову Соломоновичу Шифрину, который очень много работал с Александром Ильичем Акхиезером. Немножко по другому направлению, по физическому направлению. Это направление, связанное с антеннами и многое другое. Для того, чтобы Якова Соломоновича представить, я зачитаю только немножко послужной список. Это заслуженный деятель науки и техники Украины. Так ведь? Лауреат премии имени Попова СССР. Почетный профессор Харьковского национального университета. Севастопольского радиоэлектроники, Севастопольского национального технического, Таганрогского технологического, Южного федерального университета Российской Федерации. Ну, дальше я могу вот так вот показать на целую страницу. Спасибо. Дорогие друзья, ну, я прежде всего хотел бы поблагодарить Николая Федоровича за приглашение выступить сегодня на этом вечере памяти Александра Ильича. Я хотел бы сказать, что я уже выступал как-то здесь же, в Пятихатках, я не помню, наверное, сколько лет тому назад, было такое мероприятие, я там довольно долго и подробно рассказывал, так сказать, о своих многих встреч с Александром Ильичем. Кроме этого, я написал воспоминания о нем, книжку Александра Ильича Акхиезера. Вы, наверное, знаете, если не знаете, не сложно найти эту книжку. И тем не менее, я все-таки позволил себе принять это приглашение и выступить еще раз перед вами, я бы сказал, всего трех, так сказать, причин. Ну, с одной стороны, как-то мне представляется, что чем дальше время уходит, тем, так сказать, фигура Александра Ильича, она становится все более весомой, так сказать, и значимой. Как это и бывает. Время, как ставит всех на свои места. Второе, год-то необычный. Это год столетия со дня рождения Александра Ильича. Ну и третье, это то, что идет время, уходит одни, так сказать, одно поколение ученых, на смену приходит другое, приходит молодежь, вот сегодня здесь присутствует молодежь. И, конечно, в каком-то плане люди, которые хорошо и близко знали Александра Ильича, должны, так сказать, свои впечатления вам передавать, для того, чтобы вы как-то понимали, на чьих плечах стоит современная теорфизика. И более того, я бы сказал, на каком-то плане на чьих плечах держится культурная аура города Харькова, куда он внес, конечно, очень большой вклад. Ну, мне, так сказать, посчастливилось знать Александра Ильича больше 50 лет, с 1948 года и до последних дней его жизни. Ну и за это время, так сказать, статус мой несколько изменился. Вначале я его знал как его единственный аспирант, ну, на военном языке ЮМ, по Харьковской радиотехнической академии города. А в конце наших дней, по определению его дочки Зои, я был одним из его близких друзей. Так вот такая произошла трансформация. Ну, если вспомнить первое наше знакомство с Александром Ильичем, то оно состоялось в 1948 году, когда я сдавал экзамены в адъюнктуру, в аспирантуру Харьковской радиотехнической академии имени Бога. Вы, наверное, знаете о существовании, к сожалению, ныне она уже такая. Не существует, надо было блестящих, ну, зрелость, это было очень хорошее военное учебное заведение, может, одно из лучших заведений радиотехнического прогресса среди всех и гражданских, и военных вузов. В 1948 году для академии было всего 2 года, и для этой академии, конечно, вопрос подготовки кадров, молодых кадров, преподавательских, был вопросом номер один. А академия, повторяю, было 2 года. И был объявлен набор в адъюнктуру, в аспирантуру. Надо сказать, что на
знаете, в экзамене приехало множество людей, ну, не так много, но было, еще 30, наверное, приехало. Но люди-то приехали, как говорится, с разной подготовкой, кончившие разные вузы в разные годы. Давно, кто-то давно кончил, кто-то сравнительно недавно, 3 года тому назад кончил. Конечно, много позабывшие, прошедшие войну. И даже тот месяц, который был дан нам на подготовку к вступительным экзаменам, конечно, мало чему мог помочь в этой ситуации. И тем не менее, нельзя было ошибиться. Надо сказать, что Александр Ильич еще молодой совсем тогда, он играл, кажется, первую скрипку в этом экзаменационном оркестре. И понимая вот эту ситуацию, какие люди стоят перед ним, а это люди, между прочим, и комиссия-то их видела впервые. Сегодня, когда, скажем, кто-то из вас пойдет в аспирантуру, ваши экзаменаторы вас давно знают как студентов, а тут мы все появились первый раз перед этой комиссией. И в этой, так сказать, ситуации Александр Ильич выбрал, наверное, единственный правильный путь, как нужно экзаменовать. То есть, понял. Основного внимания он обращал, соображает ли человек что-то, понимает ли он физику того, о чем он рассказывает, как он реагирует на те или иные неожиданные вопросы, которые, так сказать, естественно, в ходе экзамена выступают. И надо сказать, что это вот такая школа, такая процедура проведения экзаменов, она оказалась хорошей школой для других экзаменаторов, которые тоже впоследствии, другие годы тоже должны были экзаменовать, причем и в другие годы много людей, которые поступали, были тоже нестандартные, я бы так сказал, люди. Ну, тоже с многими, так сказать, забытыми делами. И, может быть, благодаря Александру Ильичу, вот этот первый набор, а он всего, то есть выбрано было 7 человек, оказался, я бы сказал, достаточно удачным. Все 7 человек защитили в срок кандидатской диссертации. И это при том, как вы поймите, что в Академии никакой науки не пахло. 2 года этой Академии было. Мало того, из этих 7 человек защитили. Более того, все у нас у всех руководители были на стороне. Защищались мы на стороне, не в родных стенах. И тем не менее, повторяю, все защитили, написали все в срок, но защитились иногда с интервалом полгода, год и так далее. Ну, просто потому что надо было найти еще место, где защищаться, и чтобы тебя там поставили как-то в очередь. Все-таки мы были чужими этих организаций. Так вот, повторяю, мало того, из этих 7 человек, которые вот так удачно закончили аспирантуру, 4 стали потом докторами наук и сами руководителями таких больших, я бы сказал, крупных научных коллективов. Надо сказать, что вот участие Александра Ильича в экзаменационных делах таких, это был один, может быть, из небольших сравнительно направлений его деятельности в Академии. В Академии он проработал много лет, примерно больше 15 лет. И, конечно, наибольшее, так сказать, ценное, что он внес, это постановку учебного процесса. Он читал целый ряд курсов, многие из которых для него самого были впервые. То есть он первый раз их сам читал. И, конечно, на эти курсы сбегались слушать его адъюнкты, аспиранты, разных каждый, все почти молодые преподаватели. То есть сам не помню, кого было больше, да. Студентов, слушателей на военном языке говоря, или это преподаватели, которые, конечно, все набивались, чтобы его послушать и учиться у него педагогическому мастерству. Ну, а лекции он читал блестяще, и не мне вам здесь рассказывать, как он умел читать лекции. Но, повторяю, лекции были не совсем обычные, это не физика. А были лекции, правда, он кончил когда-то политехнический институт, но все-таки, повторяю, целый ряд курсов он читал, так сказать, ну, как говорится, рождая лекцию в ходе самого его чтения. Причем, я бы сказал, все эти лекции тоже вам хорошо известны, сопровождались всякими шутками, прибаутками, которые, конечно, очень оживляли эти лекции. Но я вспоминаю просто 2 эпизода так по памяти. Значит, один раз как-то он берет бумажки срисовывать некую радиотехническую схему, которая подлежит дальнейшему разбору. Ну, кстати, слушай, один
А надо сказать, что слушатели 50-х годов, это были, как правило, повторяю, люди, прошедшие войну, в чине майора, подполковника, боевые люди, которые не стеснялись задать любой вопрос и так далее. И говорит, ну слушайте, причем многие из них имели во время войны дело с всякой радиоаппаратурой. И кто-то ставит и говорит, Александрович, или товарищ профессор, не помню как. А зачем там у вас батарейка нарисована в этой схеме? Там была батарейка, которая подавала смещение, какую-то сетку одной из лав. Александрович, а я и сам не знаю. Пойдем дальше. И начал разбирать эту схему. Дошел до какого-то места, и тут выясняешь, эта батарейка, ой, как нужна, без нее эта схема работать не будет. Или другой эпизод, он рассказывает возбуждение волноводов. Круглого волновода, возбуждение, и рисует штырь, который лежит на оси этого волновода. Опять стоит рисунок. Смотрите, профессор, господин профессор, товарищ профессор, а как этот штырь держится? Садись. Дает другой. Ну все-таки, как он держится? И так, второй, третий. Надоело то же самое, чем говорит, как гроб Магомеда. Вы знаете, как гроб Магомеда висит вот, вот так. Пошли дальше. Но я бы хотел отметить одну очень ценную черту Александра Ильича как учителя, как ректора. Я бы сказал так, это его ответственность перед студентом, перед слушателем. Он любил говорить такую фразу. Знаете, в конспектах у студентов, в конспектах у слушателей не должно оставаться ошибок. Если, конечно, преподаватель знает или ему подсказали. Вот он читает лекцию, первый час прошел, подходит, к нам обращается. Ну, я скажу, Дюгашка, ну что я тут, нормально все говорю? Да нет, Александрович, мы там напутали в одном месте. Как напутали? Ну, показывает. Приходит на второй час, все стереть, начнем по новой. Куда вы все смотрели? И так далее. Более того, он, понимает, не стеснялся сказать, знаете, этот вопрос мне надо думать, я на следующей лекции вам отвечу. То есть он не стеснялся признаться в том, что он чего-то не знает. Как, кстати, в свое время меня поражало, я тоже кончал физфак Ленинградского университета до войны, нам читал лекцию Владимир Александрович Фок, который тоже мог сказать, знаете, я этого не знаю, я вам отвечу на следующей лекции. К сожалению, я довольно много лет работал в Академии, больше там, 25 лет был начальником карты антенны распространения радиолома. И мне приходилось встречать немало преподавателей, которым даже скажут в перерыве, что у тебя здесь допущена ошибка, но он после перерыва ее не исправляет. Или ему задают неудачный вопрос, он начинает от него увиливать, боясь, так сказать, ложной потери, так сказать, авторитета. Я должен сказать, что помимо чтения лекций, Александр Ильич, конечно, ну как вам сказать, вносил большое оживление в нашу жизнь кафедрально, я работал на кафедре основ радиотехники, основ радиотехники, да и заседанием ученого совета Академии, членом которого было много лет, и даже после того, как ушел, 15 лет, 20, наверное, было. Понимаете, благодаря живому характеру и, как говорится, умению вовремя разрядить обстановку по тому или иному вопросу. Ну а что из себя Александр Ильич представлял в эти годы, в 50-е, когда ему было сколько там лет, около 40 лет, я приведу просто один пример. А тут же, кажется, в Академии он получил путевку в военный санаторий в Кисловодск. Ну и уехал туда, естественно. Через несколько дней туда поехал один другой наш преподаватель, офицер, который, естественно, попытался найти Александра Чаша вместе как-то весело проводить время. Но это оказалось не так просто найти Александра Чаша. Потому что когда Александр Александрович приехал, первое, что он попросил, чтобы его поселили в молодежный корпус, где живут старшие лейтенанты, там капитаны не выше. Ну и когда при нашему приезжему товарищу сказали, знаете, ищите его в шестом корпусе. Как в шестом корпусе? Это же молодежный корпус. Все-таки пришел туда. Дежурный говорит, никакого профессора у нас нет и в помине. И потом нам была страшно удивлена, когда все-таки этот профессор оказался, и в нем она признала, я бы сказал, самого веселого и заводного отдыхающего этого корпуса. Вот что такое было Александр Ильич в эти свои дела. Ну а теперь
теперь, если, значит, я должен сказать, что я учился в этом первом наборе агентуры Академии, в карантин Академии. Я бы сказал, жизнь у нас была очень нелегкая. Намного тяжелее, чем сегодня живут аспиранты, адъюнкты. И вот почему. Ну, во-первых, с легкой у нас тогда было так называемых два кандидатских экзамена. Один назывался широкий, второй назывался узкий. Программу кандидатского экзамена к ней приложил руку Александр Ильич составлял. Ну и, наверное, вспоминая, как он сдавал теор минимум Ландау, он будь здоров, сколько туда напихал. Надо было, наверное, книг 25, если не больше, хорошо проработать, целиком или большими кусками. В том числе вышла только книжка очень хорошая, кстати, до сих пор очень хорошая книжка, «Стрейтон, теория электромагнетизма», многие, может, ее знают. Я не такая книжка, как Хайпин, Андроэра Хайпин, ну, видите, честно сказать, еще. «Теория колебаний» и много-много других книг, которые надо было существенно изучить, проработать и сдать такой серьезной комиссии. Сдавали мы два языка, английский и немецкий. Сдавали мы спецглавы математики, Наума Самойловича Ланкова, многие, может, его знают, такого хорошего математика. Ну, конечно, философию сдавали. Что, между прочим, было, наверное, наиболее противным, трудным делом. Тем не менее, как-то. Мало того, нас еще только что пришедших людей на учебу после длительного перерыва активно привлекали к методической работе. Активно привлекали. Вот я помню, я буквально 3 месяца проучился, меня вызывает начальник кафедры, очень мрачноватый был такой субъект, подполковник Борис Павлович Афанасьев, и нас на кафедре спасало то, что Александр Ильич рядом, и поэтому всегда мог пошутить и отвести гнев нашего начальника от провинившихся так. Вот вызывает меня, говорит, что может, ну, Михаил, товарищ капитан, был тогда, да, капитан, надо вам прорецензировать книжку, которая только что вышла, «Основы радиотехники» Бориса Павловича Асеева, генерала Асеева. Кстати, между прочим, это генерал Асеев, о нем очень тепло и по-доброму отзывался другой мой хороший друг Яков Борисович Файнберг, который в годы войны работал с Асеевым и очень тепло о нем говорил. Ну вот для того, чтобы проработать эту книжку, мне, наверное, потребовалось месяца полтора первого года аспирантуры. Написал про рецензию, эту рецензию размножили, вшили во все эти экземпляры книги, по которым слушатели уже, значит, студенты третьего курса должны были учиться. Так что жизнь у аспиранта тогда была очень тяжелая. Но тем не менее, я хочу сказать, что это нам очень помогло, когда после окончания аспирантуры все мы начали были преподавателями Академии. И если с этой точки зрения оценить, как нам доставалось в учебе, то я должен сказать, что я не знаю, конечно, как в университете обстоит дело, как сейчас, насколько легко или трудно учиться в аспирантуре. Но я должен сказать, что в технических вузах, к сожалению, тех, которые мне знакомы, нет ничего похожего, в смысле, так сказать, тягот обучения. От методической работы почему-то аспиранты освобождают, экзамены кандидатские превратили в пустую формальность, и в конечном счете, конечно, это наносит большой вред будущему педагогу. Но моя борьба за старые, так сказать, нравы обучения в аспирантуре с особым успехом не увенчалась. Теперь, что касается выбора самой темы диссертации. И тут, честно говоря, я был, кажется, несколько ошарашен. Как только мы с ним познакомились, это был 48-й год, он мне говорит: «Яша, что касается темы диссертации, то ты ее выберешь сам, и область выберешь сам, и приходи ко мне тогда, когда у тебя будут или вопросы, или готовая диссертация». Это, как говорится, мне человек, который до этого уже прошел войну и так далее. Конечно, это меня слегка ошарашило, но я должен сказать в оправдании Александру Ильичу две вещи. Во-первых, примерно такое же слова услышал мой брат Кусей Соломон недавно ушедшую жизнь, в 40-м году поступивший в аспирантуру к Якову Ильичу Френкелю. Тот ему сказал примерно то же самое. Коля, тему выберешь сам, приходи, когда будут вопросы. Так что, видимо, такая манера у физиков-теоретиков бросать своих аспирантов в свободное плавание
была достаточно распространена. И второе, что я могу сказать, опять же, в оправдании Александровича, что, несмотря на то, что по теме он таким образом проехался, тем не менее, он мне сказал, сразу подключил меня к чтению и учитыванию статей, которые писали Рован, Гриша Любарский, Яков Борисович, Яков Файнберг. И понимаете, вот такое привлечение меня вот к этой кухне работы, я сразу стал бывать у него дома, смотрел на все их собрания, принимал участие в обсуждении схода всех этих дел. Я учился, как говорится, кухне научной работы. И многому научился. Ну, например, вспоминаю вот совет такого плана. Вот переходишь к новой статье, хотя вроде она напоминает старую, но все равно начинает уравнение Максвелла, ничего не бери готово. Сразу от печки, по любой статье двигайся от печки. Очень жестко, конечно, он относился к стилю работы. То есть я должен сказать, что, конечно, вот так крутясь в этой компании, я очень многому у них научился у всех. Ну и благодаря этому, без всяких подсказок, выбрал и тему диссертации кандидатской, которая была посвящена взаимодействию электронных пучков с медленными волнами. Сами понимаете, что тематика их тематика, оттуда она и пошла. Я должен сказать, что вот после окончания аспирантуры характер наших взаимоотношений с Александром Ильичем постепенно, как говорится, изменялся. И от того, что раньше я был его ученик, аспирант, то постепенно наши отношения приобрели дружеский и еще дальше все более и более дружеский характер. Ну и вот к концу его дней вот я уже привел то определение, которое дала мне своя спойня. И это понятно почему. Во-первых, потому что нас не связывали ни служебные отношения. Я же не был его подчиненным. Когда все-таки приходили вы, его ученики, так вы все-таки чувствуете, что это ваш учитель как-то руководствовал. Никаких служебных отношений у нас не было. Это одна сторона. А второе, что у нас просто по очень многим позициям, жизненным, оценки событий, которые происходили в стране, отношения ко многим были очень близки. И поэтому нам надо было сплошь и рядом выговориться, отвести душу, обсудить многие вопросы. И я, конечно, должен сказать, что я был поражен их так. Ну, много лет же. Вот присутствует жара, которая он может позвонить и сказать, Яша там есть, я беру трубку. Яша, вы меня забыли. Я все бросаю, бегу к нему. И начинается очередной разговор. Особенно это было в последние годы, когда он был болен. Я должен сказать, что, конечно, я был, но каждая вот такая беседа с ним, она давала мне очень много нового, независимо от того, по какой теме шла беседа. История религии, история вообще, философские вопросы, дальше общественные вопросы. Он очень живо всем интересовал, и это, между прочим, при том, что я ведь, как видите, был довольно хорошо подкован. Я до войны кончил очень хорошую школу ленинградскую, самую старую гимназию Санкт-Петербурга, но Ленинграда. Вторая Санкт-Петербургская гимназия имени Александра I. И учили меня, между прочим, дореволюционные гимназические учителя, которые учили очень своеобразно. Они могли прийти и сказать так. Нам, понимаете, по программе положено пройти, скажем, Федора Гладкова, Цемент. Ну это разве литература? Это на 22 часа на нее, разве можно тратить? Я вам сейчас лучше почитаю поэзию Серебряного века. И начинал читать там Хлебникова или Мира, там, Гумилева, все, что хотите. И такие были другие учителя. То есть я вообще в школе получил очень хорошую зарядку по многим, так сказать, предметам. Более того, когда кончил школу эту в 37 году, то я даже подумал, не пойти ли мне на какой-то такой гуманитарный факультет, ну, типа историческую, древнюю историю или литературу. И вот на этом фоне представляете, как меня удивлял Александр Ильич, который вопросом давал мне много-много новой информации. Очень были у меня такие, я бы сказал, точные оценки многих вещей. Причем, повторяю еще раз, речь об очень широком круге вопросов. Я уже не говорю о физике, которую, конечно, мы много тоже обсуждали, особенно в тот период, когда он писал эту книжку. Она потом вышла под другим названием, но впервые она была называлась «Революция физики и гармония мира».
таком первое название, которое потом не состоялось по ряду причин, а потом по решению, по-моему, вашего совета было издано другое название, развивающееся и так далее. Как поэтому мы очень много обсуждали этих, так сказать, вопросов, которые, повторяю, тоже меня много удивляло. Его отношение к Ньютону, к классикам, так просто поразительно. Я, например, от него узнал впервые, что Ньютон физикой занимался только первые годы лет до 30, а потом больше занимался богословием, чем хотите и так далее. И все, так сказать, он потом писал про эти книги, то есть человек был необычайно образованный. И наряду с этим он очень живо интересовался, особенно в последние годы, когда вот, так сказать, мучился бессонницей, очень живо интересовался тем, что, так сказать, происходило в мире. Я помню, он один из первых, наверное, достал эту книжку, попала ему в руку книжка «Судоплату», знаете, что такое судоплата. И он все эти детали мы с ним очень подробно обсуждали. В чем обсуждение носили, повторяю, самый широкий характер, вплоть до семейных дел. Все было. Ну вот я хотел бы теперь несколько остановиться на таком своеобразном вопросе, как его отношение. Вот Николай Федорович рассказывал, что это был один из первых учеников Льва Давидовича Ландау. И вот на отношениях, вот, к проблеме, что ли, Ландау Акхиезера, я хотел бы несколько задержаться. С одной стороны, понимаете, Александр, причем это, так сказать, непосредственно мои впечатления. С одной стороны, он, конечно, боготворил Льва Давидовича, но это не то, не то слово, еще не все далеко. Плохое время, когда Льва Давидовича изгнали из университета, наверное, вам хорошо известно, что все его ученики, и Александр Ильич, и Исаак Яковлевич Померанчук, и многие другие подали заявление об уходе из университета. И если бы не умный Затонский, который тогда был потом репрессирован, но который тогда был, ну, на нашем языке министром образования, что-то и вызвал их всех в Киев, то я не знаю, как бы дело обернулось до всей этой компании, которая подала заявление об уходе. Ну вот Затонский их спас. Более тяжелые годы, когда Льва Давыдовича арестовали, надо сказать, что его ученики вели себя мужественно, и никто из них учителя не предал. Вы знаете там всю эту историю, там были наветы, которые были добыты жуткими пытками, хорошими днями. Я говорю об Александре Ильиче, что он в этом отношении, ну, проявил мужество, ни в чем, как говорится, не повредил против своего учителя. Это с одной стороны. А с другой стороны, то, что мне Александр Ильич сам сказал, что это за чудак этот Лев Давыдович? Как он говорит, восторженно говорит о советской власти, о социалистической советской власти? Нет бы ему как гамму остаться там, понимаете, физику бы двигать, а он, понимаете, восторгается, что вы, дураки, ничего не понимаете, вот советские действительности, что ого, и так далее. Это одна, так сказать, ветвь такого, я бы сказал, самостоятельного мышления. Вторая, которая тоже мне была очень приятна, это вот какая. Вы знаете все, что Лев Давыдович Ландау довольно пренебрежительно относился к целому ряду физиков, прежде всего к Ленинградской школе физиков. Фоку, Яковлевичу Крайнеру. А вот у Александра Ильича была своя точка зрения. То есть он не был таким фанатичным учеником. Я вспоминаю такой эпизод. Я как-то захожу туда к Александру Ильичу, сидит вся теплая компания. Александр Ильич, Гриша Любарский, я тут Борис Павлович, я не помню, был или нет тогда там. Ну, я говорю, а что вы тут все так собрались и бурно обсуждаете? А вот недавно вышла лицензия Владимира Александровича Фока на какую-то книжку, я не помню, там для механика, которую он хорошо раздолбал, так сказать, по ряду математических дел. Я говорю, ну как у вас успехи? А он говорит, ничего не сделали. Фок это как утюг. Он говорит, прошелся, и после этого, и что вы доложите, дал. Доложим, что ничего сделать нельзя. То есть он очень уважительно относился к Владимиру Александровичу Фоку. А если вы это Яковлевича Френкеля, то к нему он относился просто с любовью. Он вспоминал, как Яковлевич Френкель играл с его ребятишками, когда приезжал к нему в гости. И у него такие были слова. Да, он написал очень теплые воспоминания, которые мне подарил, как и многие другие отечественные, в которых написано, что Яковлевич Френкель
это физик до мозга костей, что это физик с блестящей интуицией. И некоторые идеи, высказанные Яковлевичем Френкелем, войдут, несомненно, в фонд современной науки. Мне это было особенно приятно, потому что я все-таки ленинградец. А Яковлевич Френкель – это был руководитель моего брата, Кузьмина Славоновича Куприна. И мало того, Яковлевич – это был очень добрый и славный человек, который нам, тогда бедным студентам, моей, так сказать, мне, моим братьям, даже, так сказать, материально в каком-то смысле помогал. Ну, помогал в том смысле, что он ему был без различия, как писать статьи. На русском или, скажем, на английском. Он писал на английском, мы переводили, получали некие деньги, это нам помогало даже. То есть мы к нему очень, это, такое, на очень теплые отношения были. У брата, естественно, у меня тоже самое, я получил Франкель, поэтому такое доброе отношение Александра Ильича к Яковлевичу Франкель меня как-то очень в этом смысле радовало. И вот получается, если посмотреть, что по обоим этим линиям, с одной стороны, если взять эту проблему, так сказать, подвести итог этой проблеме Александра Ильича и Лев Гавриловича. С одной стороны, понимаете, он боготворил и нигде не предал своего учителя, вел себя мужественно, а с другой стороны, он имел, так сказать, четко выраженную линию. Да, к этой линии можно еще добавить один эпизод, который тоже вам, наверное, известен, и недавно очень подробно расписан. Я забыл фамилию, по-моему, Горобец, что-то в духе. Есть такая книжка «Былое», которую издают наши выпускники физфака 1953 года. Вот там в третьем томе этого издания есть статья о Леониде Моисеевиче Пятигорском, очень подробная, которая расписывает вся эта трагедия этого, в общем-то, замечательного физика. Но вы знаете, что примерно где-то в 1935 году Лев Давыдович наложил на него, так сказать, табу, закрыл ему дорогу, необоснованно подозревая, что Пятигорский, действительно Пятигорский написал письмо, там в НКВД в свое время, вы знаете, но это принципиально, он не был, как говорится, осведомителем НКВД, у них расходились принципиальные точки зрения о том, как жить дальше в УПТИ и так далее, это история известная. Но я хочу обратить внимание на другое. Ландау наложил, кстати, 5 июня, Пятигорском 20 лет ему забрал у нее диссертацию, которую приказал, отдал ТИСе, по-моему, да. И 20 лет не давал ему, так сказать, защищаться, и только где-то, по-моему, в 1956 году, когда Ландау разобрался в том, ему показали, так сказать, архивы НКВД, и он увидел, что Пятигорский никакого отношения его неприятности не имеет, он разрешил ему защищать диссертацию, причем на совершенно другую там тему, по плазме, воловоду, что-то в этом духе и так далее. Я рассказал для того, чтобы в этой ситуации, которая была вот тогда, кажется, Ландау запретил всем там дойти, Александр Ильич и Илья Михайлович продолжали контактировать с Пятигорским. И более того, Илья Михайлович несколько статей написал совместно с Пятигорским. И Александр Ильич, кстати, был первым, кто сообщил Пятигорскому о том, что, так сказать, проклятие должно на него этим самым снять, и он может защищать диссертацию. Это вот еще одна линия, которая говорит о независимости мнения Александра Ильича по отношению к его учителю и так далее. Я повторяю, обе эти линии, они, конечно, рисуют Александра Ильича в самом лучшем. Ну, несколько слов о, так сказать, семейных делах, которым я был, конечно, свидетелем. Все эти он очень тяжело переживал болезни, смерть Лёли. А потом, что говорить, конечно, какие несчастья была эта слепота полная, которая обрушилась на него в последние годы его жизни. Надо иметь колоссальное мужество. И надо, я бы сказал, ну что ли, отдать, я даже не знаю, сколько, как можно восхищаться тем, что человек, будучи полностью слепым, продолжал, это я свидетель этому, работать с утра до вечера. Каждый день придет, он около него ученики, он разбирает, диктует и так далее. И большую роль, конечно, во всем этом его, так сказать, работе играла его дочка Зоя, которая, кстати, недавно приезжала, вспоминали эти дела, которая не только, конечно, обеспечила ему должный быт, но которая побыла у него верной помощницей, записывая все то, что он диктовал по работе и так далее и тому подобное. Надо сказать, что в эти же годы, когда его постигла эта полная слепота, он почти не спал, спал очень плохо.
но слушал почти все время разные голоса, и потом, поскольку надо было с кем-то обсудить, срочно вызывал меня к себе и рассказывал, что он этой ночью слушал. Мы все эти дела очень горячо обсуждали. Так что я должен сказать, что я, мне как-то в жизни ужасно повезло, что я имел счастье и удовольствие 50 лет работать и жить рядом с таким замечательным человеком. В заключение я хотел бы сказать следующее. Нынешний год – это год не только столетия Александра Ильича, как вы знаете, это год 110-летия его брата Наума Ильича, великолепного математика, который, конечно, был достоин быть полным академиком, союзная академия, был посвящен городу. Я приведу только один пример, что в 68 году был знаменитый съезд математиков в Эдинбурге. Вот, и весь съезд, программа съезда состояла, по-моему, двух десятков заказных докладов, которые давали самому крупному математику. 5 докладов было сделано из США, 5 докладов из СССР. Одним из докладчиков от СССР был на умышленных методах. Это о чем-то говорит. Так вот, повторяю, что этот год столетия Александра Ильича и 110-летия Наума Ильича. Я с Валерием Федоровичем Терновым тоже написал пару статей. Одну из них я добился и поместил в газете родного города Черехова, который откуда родом эти братья Ахиезеры. Вот эта газета этого города, вестник Череховщины. И тут на третьей странице есть статья, написанная нами, называется она, вот она. «Гордость Череховской земли». Вторая статья выйдет в одном из московских журналов, называется «Два юбиляра». Есть статья, большая эссе, которую написал Тернов, она в интернете имеется, в интернете есть такой журнал «Семь искусств». Там очень хороший, большой интернетовский материал, посвященный двум братьям. И в заключение хотел бы сказать следующее. Как-то один из учеников обоих братьев, это один из авторов этих изданий, которые издавали физфаковцы, выпуска 53-го, Борис Михайлович Минкович, высказал идею о том, что эти братья внесли такой вклад в развитие города Харькова, что было бы очень справедливо, если бы в нашем городе была бы, появилась бы улица имени братьев Акхиезеров. И эта идея была подхвачена мной, Кофёч поддержал эту идею, но как-то она повисла в воздухе. Я считаю, что сейчас было бы не поздно еще, может быть, сейчас надо. Это, наверное, поддержит директор на институте. И, по крайней мере, это дело непростое. Николай Федорович правильно сказал, непростое, хотя потому что институт уже носит имя Александра Ильича. Но все-таки, может быть, стоило бы попробовать. Честно говоря, у меня была еще одна идея, которую я тоже очень делился. Что, наверное, проще сделать улицу, но уже не только братьев Акхиезеров, а улицу Акхиезеров в этом родном городе Черехове. Я там недавно рядом был, потому что я родом из Мстиславля, который находится в 70 километрах от Черехова. Так вот, почему я говорю там, потому что их отец, тоже замечательный человек, отец Ахиезера. Он кончил, по-моему, в 98 году медицинский факультет Харьковского университета с отличием. И мог бы вполне оставлен быть здесь, мог быть в аспирантуру, или как это тогда называлось, я не знаю. Но, тем не менее, он решил, что его долг быть земским врачом, и он вернулся в свой родной город, где принимал участие, кстати, в борьбе с эпидемией холеры, и пользовался огромным уважением со стороны граждан. Так что, если говорить о Черехове, то там надо было сделать улицу имени Ахиезеров, и отца, и двух братьев. Может быть, это и удастся делать, я бы очень хотел, чтобы это было как-то реализовано. Спасибо за внимание. Многие из вас, конечно, тем более что многие из вас не раз в своей дальнейшей деятельности будут натыкаться так, как грубовато, на замечательную работу Александра Ильича и на все его книжки. Я должен сказать, вот я тут посчитал легко, было показано 25 книг. Но если учесть, что эти многие книги переводились на разные иностранные языки, то по ним еще учат и в Испании, и где хотите, и во Франции, то в общей сложности
коллективом Александра Ильича, прежде всего, им написано около 50 монографий. С учетом его. Именно так. Всего вам доброго. Дякую, Самович. Есть вопросы, если можно. Пожалуйста. Александр Ильич был академиком на Украине, но не Советского Союза. А? Александр Ильич был академиком украинского. Да. Но почему не Советского Союза? Ну, это такая история. Это вопрос не ко мне. Вы знаете, вы информированный человек. Ой, это не та тема, которую надо. Ну, я вам, если хотите, скажу одну вещь. Мою личность. Моя личная точка зрения состоит в том, я не буду касаться еще всяких других ответвлений, которые тоже, вы можете догадываться, не лучших, которые были в те годы. Но понимаете, как-то, может быть, Сергей Иванович Вавилов это породил, у нас это потом породил. Такая формулировка была, что Академия наук – это штаб наук. Причем по целому ряду подразделений, по физматовской, это еще не очень сработало, и там Александр Ильич мог пройти, там другое. Но по ряду других отделов, автоматики я знаю много, ну и здесь я знаю много, понимаете, чаще выбираются в эту Академию наук, я исключаю физматовское отделение, там еще чистота более-менее сохраняется. Чаще выбираются директора институтов, замдиректора института и так далее, там, в отличие. Хотя казалось бы, что выбирать надо прежде всего по научным заслугам. И, конечно, с моей точки зрения, Александр Ильич заслужил заслугу. Но я вопрос не ко мне. Еще может быть вопрос. Тут я, может быть, прокомментирую, как Александр Ильич. Когда Евгения Михайловича выбрали, то он к Ландау приехал, Александр Ильич, и говорит, а как же штаб? А относительно меня какая ситуация? Ну ты же меня не просил об этом. Вот так вот было, по крайней мере. Ну я могу сказать вам еще есть такой фильм, как я говорю, о котором я говорил, был член города. А Менделеева вообще не было в Академии наук. Надо комментарий. Может быть, кто вопрос хочет? Вопрос еще. Дякую, Соломович. Большое спасибо. Вы очень. Я еще раз хочу сказать, что здесь присутствует новое поколение. И, конечно, как говорится, несмотря на то, что там я спина попалась, я считал своим долгом именно молодежи, прежде всего, рассказать. И еще раз повторить. Знаете, в этом году как-то такой год юбилейный попал. Если говорить по моим непосредственным делам, которым я еще занимаюсь, то там есть тоже три замечательных ученых. Александр Александрович Пистолькорс, один из самых основателей советской антенной школы. Мой близкий друг, член кор союзных, мой близкий друг Лев Давыдович Бахрап, тоже крупнейший антенщик. И еще один, вообще не лауреаты по много раз. И им тоже, Пистолькорс 115 лет, понимаете. Зелкин, лауреат Ленинской двух государств, 100 лет со дня, Бахраху 90 лет. И мне пришлось довольно много выступать и по этим трем близким моим людям, близким друзьям. И главная цель каких? Нельзя, понимаете, молодежь должна все время помнить. Я бы сказал, еще один был такой совет у Александровича Прая. Понимаете? Я, к сожалению, с этим сталкиваюсь. Он состоит в том, что сплошь и рядом молодые начинающие ученые, они ссылаются, понимаете, чуть ли не сами на себя, и уже в лучшем случае ссылаются на предшествующее поколение. А иногда эти работы идут еще, может быть, с 1910 года, от Дубая, там, Гирок и так далее, ну, Гирок позднее и так далее. То есть я хочу сказать, что надо быть, я этому тоже учил, Александр, что в науке надо предельно пытаться найти, кто для вас внес вклад и какое место вы занимаете в общем, нишу какую вы заполняете, вы будущие ученые, как ну, многие из вас будут, так вы должны, делая свою диссертацию, четко отдавать себе отчет, какую нишу вы заполняете и что для вас было сделано, причем здесь быть предельно честными, чему я вас и призываю. Вы
Юрий Анатольевич Березжной, все его знаете. Уже так много было рассказано об Александре Ильиче. Я долго говорить не буду, расскажу кое-что довольно кратко. Дело в том, что в большинстве своем, вот мы сейчас это видели, вот выступление Якова Соломоновича, ученые на старости лет всегда вспоминают ту школу, которая их воспитала и подготовила. Но вот сегодня мы вспоминаем Александра Ильича, который действительно был нашим учителем и очень много сделал для теоретической физики и в Харькове, и за пределами Харькова вообще. Александр Ильич всегда с большой теплотой вспоминал своего учителя Льва Давыдовича Ландау. Но не только Ландау он вспоминал. Вспоминал и других учителей. В частности, часто вспоминал академика Граве, который работал в Киеве, и другие. Но я хотел бы немножко рассказать о том, что мне довелось работать с Александром Ильичем где-то начиная с 1958 года и до последних дней. В 1986 году, это было в начале ноября, Александр Ильич мне позвонил и сказал: давайте напишем книгу о ядерной физике. Я хочу возродить нашу книгу, которая была написана с Померанчуком, «Некоторые вопросы теории ядра на современном уровне». Ну, я не мог не согласиться, конечно, с таким предложением. Я говорю: давайте, Александр Ильич, я с готовностью буду работать. Ну так вот, приходите завтра, начинаем работать. Я на следующий день пришел к нему, и у нас пошла работа. Это было 3 года жизни. Мы написали книгу, тогда на русском языке. Она была подготовлена к печати в Науковой думке, но последовал развал СССР, и книга не была издана. Но жалко было бросать этот труд. После чего я их перевел на украинский язык, и было издано 2 книги «Теория ядра» и «Теория ядерных реакций», как учебники, по которым и сейчас у нас учатся студенты, и я надеюсь, что будут учиться и дальше. Ну, еще была 1 книга у нас на английском языке, «Nuclear Diffraction», но о ней я пока говорить ему. Ну вот мне хотелось бы обратить внимание на то, что, к сожалению, вот я сейчас много работаю со студентами, с молодежью. К сожалению, студенты мало читают книги. Это очень плохо, потому что в книгах написано все достаточно хорошо. Книги отрабатываются очень хорошо авторами, и учить предмет по конспекту и учить предмет по книге – это совершенно разные вещи. Поэтому вот нужно читать книги, и старые книги, и новые книги, и критически их читать, относиться к этому критично. Именно в книгах таких вот можно очень много всего почерпнуть. Ну, я, наверное, мне и говорить трудно, на этом закончу. Я бы хотел только сказать, что, конечно, Александра Ильича мы помнили, помним и всегда будем помнить, потому что его вклад и в теоретическую физику, и в педагогику, между прочим, очень и очень велик. Спасибо за внимание. Я хотел немножко остановиться на том, какую роль сыграл Александр Ильич в жизни Харьковского университета. И будучи учеником Ландау, он фактически реализовал все те идеи и те задачи, которые ставил перед собой Ландау, когда пытался
полностью реформировать подготовку физиков, особенно физиков-теоретиков, бывшего в Советском Союзе, и начал эту работу с Харькова. У Ландау была установка, все сотрудники теоротдела должны преподавать. Эту же установку сохранил Александр Ильич. Все сотрудники теоретического отдела, все они были преподавателями, и таким образом кафедра, на которой Александр Ильич, которую он создал в 1951 году, вы знаете, что он начал работать в Харьковском университете в 1936 году доцентом на кафедре геофизики, которая тогда была в университете. И эта кафедра в 1940 году после защиты он стал заведовать этой кафедрой. И после того, когда было создано ядерное отделение и возникла необходимость подготовки кадров ядерной промышленности, было создано три направления, три кафедры, специально одна из которых — это кафедра теоретической ядерной физики. И кафедра геофизики в университете преобразовалась в кафедру теоретической ядерной физики. Эта кафедра в основном состояла из тех учеников Александра Ильича, которые занимались активно с ним наукой и одновременно преподавали. Через эту кафедру практически прошли все выдающиеся ученики Александра Ильича Акхиезера. На этой кафедре начинал преподавать и до самых последнего времени, вот совсем недавно закончил преподавание Андрей Владимирович Перетминский академии, Виктор Львович Барехтар преподавал на этой кафедре, Дмитрий Васильевич Волков, это все ученики Александра Ильича, Сытенко, Алексей Григорьевич, все ученики Александра Ильича, которые были академиками, которые были известны как выдающиеся ученые, тем не менее, они были известны еще как выдающиеся педагоги. И вот Александр Ильич, пропуская через преподавание практически всех своих сотрудников, он отбирал наиболее способных, и они, в общем, составляют ядро кафедры теоретической ядерной физики, которая обладает уникальным коллективом, и практически все представители кафедры теоретической ядерной физики так или иначе являются учениками Александра Ильича, либо слушали его, либо являются учениками его учеников. Мне удалось в течение практически 30 лет непосредственно общаться с Александром Ильичем. Я являюсь как бы учеником во втором поколении. Я работал, мне довелось общаться с двумя удивительными людьми в своей жизни. Александром Ильичем Акхиезером и Виталием Федоровичем Алексиным, который был его учеником. И вместе мы занимались написанием статей, обзоров. И мне неоднократно приходилось быть у Александра Ильича. Я прекрасно помню тот момент, когда я еще, будучи только выпускником факультета, приходил к Александру Ильичу, и мы начинали там одну из первых работ. И с каким трепетом все это происходило, когда я вошел в этот кабинет, вот вы увидите в фильме обстановку эту уникальную, и сама атмосфера, вот мне пришлось в этом, как говорится, кухне в этой варится в течение практически 30 лет и общаться с Александром Ильичем. Это, конечно, удивительный человек. И, конечно, он удивительный педагог. И как Александр Ильич, так и Наум Ильич — это два выдающихся учителя. И Харьковскому университету повезло в том смысле, что большую часть своей жизни, ну, кроме того, что они занимались наукой, они отдали Харьковскому университету. Здесь оставили свою школу. И фактически усилиями Александра Ильича были созданы программы подготовки физиков, особенно физиков-теоретики, теоретиков, была создана школа физики. Хотя и сам Александр Ильич, и Наум Ильич не заканчивали Харьковский университет. Но, как здесь уже говорили, их отец закончил Харьковский университет и получил звание лектора с отличием. И тем не менее, вот они были настолько преданы университету и Харькову, была возможность и Александру Ильичу, и Новому Ильичу уехать в Москву, но они этого не сделали, потому что в жизни каждого из этих двух выдающихся ученых был учитель свой. И тот человек гениальный, который была связана их деятельность в Харькове. Для Нового Ильича это был Сергей Натанович Бронштейн, академик, математик выдающийся, и он возглавлял
институт математики и Новый Ильич продолжал возглавлять этот институт после отъезда Бронштейна и дальше, в общем-то, эту вел школу, математическое общество возглавлял. А Александр Ильич был продолжателем дела фактически Ландау, ему нельзя было бросать то дело, которое начал в Ландау в Харькове, в Харьковском университете, в УФТИ, и он не соглашался, хотя его приглашали в Киев, в Москву, но он был патриотом как университета, так и Харькова, и, в общем-то, не уезжал из Харькова. Хотелось бы сказать, что вот мне тоже пришлось очень много литературы перечитать, общаться с людьми, которые знали Наума Ильича, ну вот Александра Ильича, и слушая его воспоминания, беседы мы, когда приходили к нему с Виталием Федоровичем, как говорил Виталий Федорович, пойдем к КАИ, показывать свои паузу достижения. К этому факту мы очень тщательно готовились, никогда не приходили сырым материалом, а всегда чем-то интересным. Началась беседа не с науки, всегда началась беседа с чего-то интересного, вот какое-то событие произошло, вот он что-то новое узнал, а потом уже после этого начиналась уже сама беседа по науке, глубокая такая. Но он всегда интересовался тем, что происходит в жизни, не только был таким сухарем, как говорится. Ну и вот мне вспоминается, что все выступления его, на каком бы серьезном уровне это ни происходило, он всегда вставлял такую шутку, что народ всегда смеялся. Ну а со студентами это вообще была уникальная ситуация, когда он читал лекции и сопровождал его такими всякими шутками и такими примерами, после которых, конечно, запоминалось то, о чем он хотел рассказать, очень сложные абстрактные вещи, но он так их представлял, что это все было понятно. И понятно, у них совершенно был разный стиль преподавания. Наум Ильич, он приходил в аудиторию, доставал платочки, и начинал писать в верхнем углу доски и ставил точку в нижнем углу, когда звенел звонок. Он был рафинированный интеллигент, он воспитывался в школе, в гимназии классической, еще воспитывали его царские, при царское время он учился в такой гимназии. А Наум Ильич это совершенно другой человек, он воспитывался во время становления Александра Ильича. Он воспитывался тогда, когда создавался, новый строй создавался. У него методы работы его, бригадные методы работы, который был у него, даешь Варшаву, он говорил там, по-рабоче-крестьянски. То есть он был немножко как бы хулиганистым, в хорошем смысле этого слова, живым, как ртуть. И, конечно, он пытался все объяснять так, чтобы оно было понятно на доступном языке. Но я могу привести вот несколько примеров. Ну, один из примеров, который характеризует его как очень глубокого педагога, это те слова, которые он произнес на первой лекции по квантовой механике у нас, на нашем курсе. Он сказал, что, ребята, вот понимаете, физика – это некое прекрасное здание. Для того, чтобы построить это здание, нужны люди, которые возводят фундамент, нужны люди, которые возводят стены, нужны люди, которые прикручивают форточки. Ну, представьте, что это за прекрасное здание без форточки. Поэтому, если вы хотите заниматься физикой, вам в этом здании обязательно найдется место. Вы обязательно найдете то, по своим способностям то приложение в этой области, которое соответствует вашим способностям. И очень многие из ребят, которые вместе со мной учились, достигли высоких вершин. Достаточно вспомнить Владимира Акулова, который вместе с Волковым предсказал явление суперсимметрии. Это наш однокурсник. И те ребята, которые до сих пор работают в институте простыми инженерами в КХИПТИ, все они занимаются физикой, я считаю, благодаря вот этим словам Александра Ильича и ему отношению к тому, кто может заниматься физикой и как он может в этом приложить. И второе, я хочу привести пример того, вот как он на лекции по квантовой механике говорил о том, что какую важную роль играет коммутация операторов. Что вот нужно очень аккуратно следить с тем,
как оператор стоит, какой оператор стоит перед каким. Это очень важно. Вот представьте, вы пришли в туалет, и вам нужно выполнить две операции. Это два оператора. Ну а теперь, говорит, представьте, вы их переставили места. Ну как вы после этого не будете понимать, что важную роль играет вот, при изучении атомной механики, абстрактных таких понятий, расположение операторов. И это не единственный пример того, насколько вот, по-рабоче-христиански пытался перевести Александр Ильич очень абстрактные понятия до соответствующего понимания. Даже самого простого студента, самого не самого неподготовленного. В этом, конечно, состояла сила вот, педагогического таланта Александра Ильича. Ну, я особо здесь не буду подробно. Еще можно бесконечно говорить об Александре Ильиче. Это уникальный человек, и то, что университет очень помнит об Александре Ильиче, свидетельствует то, что вот после того, как Александр Ильич ушел из жизни, с постановлением, решением ученого совета университета была учреждена премия Александра Ильича, была открыта мемориальная аудитория, вы знаете, у нас на факультете. А вот в этом году кафедра наша получила звание, имя Александра Ильича Акхиезера. В университете очень помнят об Александре Ильиче, очень дорожат тем, что он работал. Но я бы хотел просто сказать, проиллюстрировать, насколько эффективной была та идея Ландау, которую реализовал Александр Ильич Акхиезер в университете на примере того вот достижения кафедры, которая возглавляла Александр Ильич в течение почти 25 лет. И вот среди выпускников за время существования кафедры закончило ее 496 человек, из них 7 академиков, 6 членов корреспондентов Академии наук, 246 защитило кандидатскую диссертацию, 140 защитило докторскую диссертацию, один лауреат Нобелевской, то есть Ленинской премии, 7 лауреатов Государственной премии СССР, 17 лауреатов Госпремии Украины и так далее, и так далее, и так далее. То есть вы видите, насколько эффективная была та система подготовки, которая была реализована у нас в университете по подготовке кадров высшей квалификации. Александр Ильич, конечно, здесь внес выдающийся вклад. Попросил еще слово Юрий Александрович. Возможно, кое-кто из присутствующих знает, что мне довелось много лет записывать рассказы Александра Ильича о жизни, работе. Эти материалы вошли в книжку, которую издал Юрий Николаевич Ранюк. Называется, по-моему, 4 интервью. В ходе этой работы очень часто приходилось прогуливаться с Александром Ильичем, и если рассказы записывались под магнитофон и оставлялись материальные свидетельства, то во время прогулок, естественно, ничего не записывалось, но иногда рассказы Александра Ильича были настолько интересны, что я, придя домой, делал кое-какие заметки. Ну вот,
поскольку я знал, что вот я иду сюда, я посмотрел старый блокнотик, и в нем есть, ну, в нем довольно много записей, но я хочу пару историй, вот как они буквально, как они записаны, и они с датами даже. Вот запись 15.09.1992 года. Значит, ну, некий рассказ, который я назвал, значит, Александр Ильич Акхиезер и Варитроны. Я не знаю, знают ли присутствующие, да, что это такое. Значит, это некая мифическая частица, которая, значит, мелькнула, частицы мелькнули в физике, ну и убыли в небытие. Значит, в 50-е годы... Нет, это не все, за это было... Это я расскажу. Значит, я просто... Это то, что не записано, но пару слов информации. Значит, в середине, по-видимому, 50-х годов, да, искался посредник ядерных сил. Ну, значит, Юкава предсказал и, по-моему, и назвал эту частицу гипотетическую мезоном, и вот эта частица искалась всеми экспериментаторами, которые были связаны с этой идеей. Одна из групп возглавлялась впоследствии академиком Алиханяном. Было два брата физика. Алиханян, родные братья. Один с фамилией Алиханян, другой с фамилией Алихан. И вот та группа, которая возглавлялась Алиханяном, работала в Армении на горе Арагац, где была астрофизическая, по-видимому, лаборатория. И вот, ну, там были, соответственно, соответствующая аппаратура. И вот из этой лаборатории поступили сведения об открытии, наконец, вот этой долгожданной частицы, посредника ядерного взаимодействия. Через очень короткое время за первой частицей последовала вторая, третья, в общем, частицы посыпались как из рога изобилия. Уже какая из них, так сказать, претендовала на вот роль того самого юкавского мезона, стало неясно. Значит, дальше я уже читаю историю. Естественно, что история с этими варитронами обсуждалось, и, в общем, отношение было разное в академических кругах. Теперь я буквально читаю, как записано. Алиханян очень понравился Ландау, и тот сумел его уговорить в существовании варитрон. Верил в них и Померанчук. Александр Ильич выражал скептицизм. Когда выяснилось, что варитроны — это липа, Бондаранчук спросил Александра Ильича о причине его тогдашнего неприятия. Ты что-то посчитал? Да нет, ответил Александр Ильич. Понимаешь, причина чисто психологическая. Открытие только одной частицы, нейтрона, нейтрона, позитрона, это уже колоссальное событие, достижение физики. А тут человек с легкостью открывает громадное число частиц, так попросту не бывает. Кстати, Алиханов выбрали академиком войны СССР в 1943 году, на место предназначавшееся Курчатова. В ужасе Кафтанов помчался в ЦК к Молотову за инструктажем. Тот выявил еще одно место, на которое был вызван Курчатов. В этой истории, ну, в общем, как в капле воды, вот те тезисы, которые я писал помощь, назвал. Ну, во-первых, просто здравый смысл, которым, ну, когда мы общались с Александром Ильичем, во всех его суждениях, научных, околонаучных, ненаучных, всегда прежде всего мы видели проявление вот здравого смысла, ну, просто квинтэссенция здравого смысла. Вторая — это
несмотря на его колоссальный научный критер Ландау, но в этой истории он имел свою точку зрения, которая оказалась правой. Еще одно. Ничего? Значит, уже совсем без комментариев. Мне эта история, в общем, показалась стоящим вниманием. Значит, тоже дата. 10.11.91 года. 10 ноября 91 года. Прогулка с Александром Ильичем Акхиезером. Встретили Бориса Георгиевича Лазарева. Шел молодой, пружинящей походкой. 85 лет Борис Георгиевич. Остановились, значит, мы вдвоем с Александром Ильичем и встречу Борис Георгиевич. С прошедшим вас праздником, Борис Георгиевич. Ведь для нас это праздник, не так ли? Ну, надо вспомнить ситуацию 91 года, так сказать, бытующее настроение. Борис Георгиевич, для нас праздник. И вообще, без этого дня нас бы с вами, Александр Ильич, не было бы. Ну, я позволил себе выразить некий скепсис. И выразил сомнение в том, что советская власть создала фильм. Ну, началось обсуждение этой проблемы. Борис Георгиевич выразил мнение, что до революции в России физики не было. Не было школы. Сказал, что специально интересовался этой проблемой и читал Ленина. Не 55-томник. Это отредактировано. А это отредактировано урезанное издание. В апреле 18 года Ленин пишет записку о развитии научно-технических работ. В ее составлении участвовал Йоффе, Лазарев, Рождественский. А то все заладили, убийца. Я на это возразил, что одной рукой Ленин принимал бумагу о научно-техническом развитии, а другой выслал из страны цвет российской интеллигенции. Потом Борис Георгиевич рассказал подробно истории измерения магнитного момента протона или как он опроверг Терра. Собственно, эту историю я читаю ради концовки. Когда я упомянул Майснера, Борис Георгиевич сказал, ваш Майснер прав мост. Я всю эту историю с доказательством равенства нулю индукции сверхпроводников знаю доподлинно, документально. Все это сделал Шубников. Надо сказать, что Борис Георгиевич придерживался этой точки зрения неукоснительно. Как-то при обсуждении с Александром Ильичем, Александр Ильич очень аккуратнее по этому поводу, всегда очень с некой такой опаской. Ну, в общем, обсуждал. Борис Георгиевич без всякого сомнения, что эффект Майснера был открыт в Кракеле Шумникова. Ну, вот на этом я бы хотел закончить эти заметки. Спасибо. Спасибо. На одной из конференций. Здесь
Ну, Константин Николаевич, Сергей Владимирович, Виктор Григорьевич. Это с Дмитрием Васильевичем Волковым. Это Петр Иванович Фомин. Он здесь очень много работал. Это на одном из семинаров, где Александр Ильич, я не помню, что рассказывал. Это какая-то юбилейная была конференция, сейчас я не особенно помню. Это перед входом в главный корпус на старой площадке. После доклада, после выступления Александра Ильича Акхиезера, где он Гандау рассказывал. И вот так Александр Ильич очень много любил работать. Говорил он часами по телефону. Вот, что есть, то есть. Ну и перед тем, как мы покажем там небольшой кусочек фильма, я хотел бы два небольших комментария. Это вот Яков Соломонович про Академию рассказывал. Я хотел рассказать одну историю, которую Александр Ильич рассказывал, как, что было на приеме экзаменов. А более так, эту историю можно было бы назвать вот таким вот образом. Что такое буква И? Ну, мнимая единица. Экзамен идет. Офицеры сидят. Ну, тут экзамен особый, проверяющий полковник, где-то вначале сзади сидел, потом встал, начал прохаживаться, подошел к первому столу и майор, ну тут надо встать сразу. А вот это вот что такое? Ну, нарисовано как буква. Тот покраснел, побагровел. И говорит сразу, можно, разрешите подумать. Пожалуйста, сел. Ну, полковник ходит. Это Александрович рассказывает. Довольный такой задал вопрос. Через какое-то время, товарищ полковник, разрешите дать ответ. Подошел. Пожалуйста. Это буква И, мимая единица. Полковник был доволен. Александр Ильич был доволен. Был доволен также экзаменующийся. Но после этого он вышел, снял китель и выкрутил его. Ну, йод он бы не И, а йод у них был. Йод, да. У радиофизика йод. Он сказал, йод, товарищ полковник, это еще лучше звучит. И это не так. Ну я слышал полковник. Я так слышал. И теперь еще одно, ну, очень короткое слово относительно вот предложения, которое Яков Соломонович сделал. Это с тем, чтобы выступить с предложением таким, чтобы одна из улиц в городе Харькове была названа улицей братьев Акхиезеров. На мой взгляд, это абсолютно правильно. И эту идею, вот когда месяц назад был совет, это у меня там доклад как раз по этому был, там это произнес, это озвучил эту идею. Ну, Бериса Павловича в это время не было, его вел Залюбовский или Иванович. Но вместе с тем, эта идея правильная, эту идею нужно решить. Но только не рядом с торговым центром.